Каждый день, друзья, возвращаясь с ужина, мы видим прибранную нашу постель и вот какую-нибудь фигурку из полотенец. Тут вот в данном случае Людмила зовут девушку, которая на нашем этаже, значит, работает. Она из Одесской области. Вот она создала с помощью наших очков вот такой образ. Мне это слоника напоминает. А дальше каждый день у нас есть вот такая газетка. Круиз, такой компас, круз, компас. И вот это наше судно, Adventure of the Seas. И пятый день, видите? И вот это завтра. И вот дальше там все расписано, где чего и что. Тут какой-то тут вот офер там на что-то. Конечно, многое из содержимого этих всех публикаций, это какая-то реклама, там бог знает чего. Завтра мы будем на острове Барбадос, мы бы сказали по-русски Барбадос, а здесь они говорят Барбадос. Вот, и будем уже оттуда рапортовать. А вот, вот, друзья, перед вами Людмила, сделайте нам ручкой, которая сделала этого замечательного слоника. Это был слоник? Конечно. Где обучают работников крузов? Приезжаем на пароход и обучаемся. На месте? Да. А вообще вот, есть какой-то тренинг-центр или вообще как люди, вот, которые вдруг первый раз, как они знают, что делать? Учат здесь, на пароходе. Прямо как бы обучение на производстве происходит? Да, да. Ну хорошо. Но народ выматывается? Трудно физически вообще работать? Сложная? Ну, на каждой работе сложно, поэтому... Да. Ну хорошо, давайте сделаем вот что. Ребят, вы, кто смотрит этот сюжетик наш, вы задавайте вопросы в комментариях, а мы потом Людмиле их переадресуем. Спасибо. А то, она то, что можно там по статусу положено? Посоветую. Да, она все посоветует. Все, счастливо. Вот, друзья, ностальгическое. Мы стоим в очереди. Да, значит, очередь это в зал. Тут есть один из таких концертных залов. Там будет ледовое шоу. То есть балет на льду, видимо, вот такого плана. Вот вы видите, друзья, ледовую арену. Не такой громадный зал, конечно, как хотелось бы. За полчаса до начала зал забит битком. Я хочу вам показать, как много осветительных приборов тут висят. Страшное дело, прямо живого места нет на потолке. Надо сказать, что в обычное время, когда не шоу, можно сюда прийти покататься, дают коньки на прокат. Меня перевели на второй ряд. Я теперь вместе со Светланой, а то нас было разлучили. We'll be right back.
Светочка, что скажешь, пожалуйста? Ну, я считаю, что очень хорошее шоу. Но вот эти ребята с Украины, они, конечно, самые сильные на всем шоу. Ну, третий раз вижу. Но другой состав. Другой состав, но тоже шоу, кроме вот этих украинцев. Ну, хороший? Хороший, да. Но мы в два раза его смотрели.